Приветище! Это привет, гость. И мы продолжаем разгадывать тайны этого парка аттракционов. Сейчас я бегу к генератору, который я здесь вот поставил. Нужно будет его забрать. Так, генератор, ты идешь со мной. Кажется, ворон сзади. Кажется, не кажется, а он действительно там. Так, все, я сейчас свистнул. Бежим отсюда. Быстрее! Спринтуем! Мы на ралли, Формула-1! Нас не догонят! Нас не догонят! Так, опять забыл фонарь. Что ты будешь делать, а? Ничему жизнь не учит. В общем, ставим здесь генератор. Радует только то, что сюда ворон никак не взберется. Он не умеет летать на огнетушителе. Хо-хо-хо. Надеюсь, что одного провода будет достаточно. Кажется, туда, да? О, нифига не сюда. Где у него? Куда кабель-то ушел? Так, вниз идет. Вот. Нифига себе, куда его надо было втыкать. Так, ну ладно. По крайней мере, все воткнулось. Походу, эта машина не работает. По всей видимости, нужен еще один кабель. Ну да, скорее всего, еще один кабель. Ладно, пока остановим. Пойду за кабелем. Если, короче, сейчас заработает вся эта фигня с двух кабелей, значит, и аттракцион тоже будет работать, но только с четырех кабелей. Там было четыре розетки. Ну, сейчас мы это и узнаем. Так. И вот так вот. Ну-ка, проверяем. О, действительно заработало! Два чего-то сюда нужно. У меня есть два огнетушителя только. Ну, давай два огнетушителя. О, действительно, сюда закидывать. Огнетушители, что еще? Еще один огнетушитель. И... Я закинул. Ага, ладно. Хорошо. А что сюда можно принести? Пойду, короче, все вещи сейчас возьму и будем все вещи комбинировать. Но прежде я все-таки забежал к аттракциону. Сейчас я тут поставлю все. Так. Хочу проверить, запустится ли аттракцион. Прям вот капец как любопытно. Пошел вон! Засранец, а. Не дают работать людям нормально. Бегают тут в своем капюшоне. И маски. Остался последний кабель, сейчас мы его воткнем. И будет все пучком. Запускаем. Аттракционы, кажется, заработали, прикинь. Е-е-е, они катятся, катятся. Шикарно, покататься хоть на аттракционах, слушай. Блин, ну, в общем, теперь все понятно. Есть 4 розетки, значит, должно быть 4 кабеля. Ну что, прикольно, что она работает, только непонятно для чего. Ладно, у нас есть другая важная миссия. Ну, во-первых, мне нужно срочно выпить чай, а чая у меня нет. Возьмем обязательно фонарик, который я вечно профукиваю. Ключик заберем. Че возьмем? Ну давай веревку возьмем. Че еще можно взять? Треногу давай возьмем. Бензин на всякий пожарный возьмем. Ну блин, я вроде бы уже все вещи взял, за исключением камеры, да? И телевизора. Ладно, пойдем тестить. Вот, кстати, камера здесь сдохла, давай ее заберем. Блин, огнетушитель забыл. Интересно, смогу ли я без него запрыгнуть или нет? Блин, тут так мало места. Да, смог. Уху. Я крут, чё, ё-моё. Я думал, что я упаду. Ударюсь башкой об балку и упаду. Так, значит, запускаем наш аппарат. И чё в тебя нужно запихать? Скажи мне. Давай веревку закинем. Веревку. Не, веревка чё-то не кидает, слушай. Прикинь. Странно. А как мне... Здесь есть какая-нибудь кнопка, чтобы он выплюнул огнетушители? Выплюни огнетушители, а? А, вот, рычаг есть. Так, рычаг. О! Получился огнетушитель. И что? Из двух огнетушителей получился мега-крутой огнетушитель. Какой-то он мощный, слушай. Нифига себе! Вот это меня толкает! Вот это я летаю! Ого! Подожди-ка. Фига себе, он мощный какой. Ну-ка, смогу я наверх залететь? Ёшки-матрёшки, да я теперь вообще супермен. Летать могу, как не знаю кто. Вот это да. А, ну хотя, почти долетел, но не долетел. Так, стой. Есть вариант, что я смогу долететь теперь туда. Сейчас надо разгончика взять, вот тут. Берем разгончику. Блин, все криво получилось. Так, хорошо, тут попробуем. Давай, огнетушитель, я верю в тебя, что мы сейчас долетим. Ну ты прикинь, мы долетели на этом суперкрутом огнетушителе. Йо-хо-хо. Ого, ого-го. Как тут все разломано. Блин. Так, и что здесь вообще такое? Тут, по-моему, очень много чего недоделанное. Сквозь текстур хожу. О, а тут кто? Котейка?
Привет, милаш. Ты кто такой? Можно тебя забрать? Не, его забрать нельзя. А, жалко. Я хочу на тебя спереди посмотреть. Надо сделать, наверное, вот так вот. Опа. Блин, зря я это... Зря я это сделал, конечно. Очень зря. Я так пытался долго туда добраться. Главное, чтобы не сел огнетушитель. А он не сел, это круто. Я залетел сейчас уже на второй ярус. Офигенно. Я на втором ярусе. И что же тут? На первом мы поняли, что там сидит только одинокий котенок. В шапочке. Ему явно холодно. Так. Ну вот мы на вершине. И что? И что? И что? Может быть, мне стоит теперь залететь вон туда, в тот дом? Давай спустимся здесь. Опа. Тут, по всей видимости, ничего нету. Хотя... Есть огнетушитель. Есть огнетушитель, смотри-ка. И есть веревка. Так, а на кое оно мне все это нужно? Кабель, короче, я выкину. Кабель выкидываю. Веревку забираю. Вот это тоже сейчас выкинем. Забираю огнетушитель. Блин, а что если я два мощных огнетушителя скричу? Это же тогда я еще буду мощнее летать, правильно же? Надо будет проверить. Так, ладненько, сейчас мы отсюда попробуем полететь вон туда. На крышу здания того. Кстати, надеюсь, что я тот огнетушитель взял, который мне нужен. Опа. Главное не скатиться. Фух, все ништяк. Я стою. Нифига себе, тут разломана крыша. Так, и что? Такое ощущение, как будто здесь ворон где-то со мной на крыше сидит. Чирикает. Давай спустимся вниз, глянем, что там. А, ну здесь, короче, склад. Сюда стащили все стулья, все столы. Вот тут вот что-то валяется у нас непонятно. И чего? И зачем нам эта крыша? А, ну сюда лифт вел. Ага. Ну, короче, тут ни черта нету на крыше этой. Может, фонарик врубить? Может, тут в тени что-то спрятано? Да не, мы бы сразу заметили. Ничегошеньки тут нет. По крайней мере, мы узнали, куда ведет лифт. Выходим отсюда. Выходим через крышу. Так, по-моему, я не тот огнетушитель взял, да? Ну да. Возьмем другой. О, сразу слышно по звуку, что это тот огнетушитель. Так, вылетели? Ну да, походу, почти вылетели. Отлично. Наш аттракцион до сих пор работает, ждет детей. Так, ну чё, по всей видимости... О, нифига себе. А ну-ка полетели туда. Я долечу туда? Чё-то не, нифига. Мы сейчас с тобой попробуем сделать мега-крутой огнетушитель. Что нам нужно для этого? Нам нужно убрать вот это. Ключ нам больше, наверное, не понадобится. Берем два огнетушителя. И вот сейчас мы с тобой проверим. Так. Вот это мощный огнетушитель. Пока он нам не нужен. Берем обычные два. Так. Ой, фонарик нет, ты нам не нужен. И вот еще один. Пожалуйста. И нам дают мега-крутой огнетушитель. Даже? Да. Теперь мы берем два мега-крутых огнетушителя. Вот так вот. И смотрим, насколько мощнее он станет. А, не, больше нельзя, прикинь, комбинировать. Ну ладно, у нас есть два крутых огнетушителя, это хорошо. Давайте теперь попробуем закинуть огнетушитель обычный. Эй. Вот так, и фонарик, посмотрим, что получится. Походу... Во, фонарик закинулся, так. Комбинируем. И что получилось? Нифига не получилось. Я просрал огнетушитель. Ну хорошо. Давай закинем тогда две веревки. Посмотрим, что нам это даст. Так, две веревки. Смотрим, что на выходе получится. Клубок. Корзинка? Корзинка? Серьезно? Так, и что? Я в нее могу складывать вещи или что? Зачем мне корзинка из веревок? А если я корзинку кину? Так, корзинка и фонарик. Ну-ка. Что получится? А, две веревки он выкинул. Понятно. Так, а если веревку, просто и фонарик? Ну-ка, смотрим, что будет на выходе.
Не, нифига не получилось. Давай вернем обратно корзинку. Чертовски любопытно, для чего же она? Забираем, забираем. Здесь все отключаем. Прикольная штука, комбинирую не хочу. Так, притащил сюда еще фонарь. Закинули фонарь. Теперь возьмем еще камеру. Посмотрим, что получится. Ну-ка. Вообще, можно ли это скомбинировать? О! Что это такое? Ха-ха, круто! А что, всего одна вспышка, что ли? Потом заряжать нужно? Короче, я сделал, типа, фотоаппаратную вспышку. А если фонарик и камера? Что получится? Ничего не получится. Хорошо, тогда берем треногу и берем веревку. Что будет с этим? Тестим. Не, нифига не будет. Для чего вот эта штука? Вот, она один раз сфоткала и все. Потом ее, по всей видимости, перезаряжать нужно. Надо будет проверить на вороне, как это все работает. Ну что, я снова здесь, на этом здании. А еще смотри, вон там вот есть какое-то здание интересное. А, там тачка стоит нашей девушки. В общем, пойдем посмотрим, что у нас вот здесь вот. Тут, по-моему, был проходик какой-то. А, тут пройти невозможно, что ли? Невидимая стена. Вот это поворот. Вот, вот тут, по-моему, проходик есть, да? Я могу же сюда? А, вы покидаете. Нет. А-а-а, меня телепортнули. В самое начало. Ну что такое-то, а? Ладно, что, давай попробуем зарядить, значит, нашу вспышечку. Да, действительно, ее нужно заряжать после каждого раза. Сейчас попробуем найти здесь нашего ворона. Ворон! Воронёнок! Ты где? Я тут сладенький такой стою на развилочке, жду тебя. Вот, под фонарем. А, вон он ты где бегаешь. Ладно, пойдем тогда к нему. Если ворон не идет к тебе, значит мы идем к нему. Свободная касса, да? Вот так вот тебя. Не, нифига не работает. Бесполезная фигня. Так, закинул туда два телевизора. Посмотрим, что получится. И вышел один телевизор. Так, возьмем его. Ух ты, какой он крутой. Смотри, красный. Да на пульте управления еще. Ничего, конечно, не работает. А еще посмотри, какую треногу сделал. Я закинул треногу и камеру. И получилось тренога с камерой. Это же чума, да? Вообще, вот камера стоит. Вот так вот на себя могу посветить. Жалко, что, конечно, камера почему-то тут не работает. Но пульт этот, конечно, вообще мощный. Красненький такой. Зачетный. Может быть, это пульт от дрона? Прям посмотри, на нем есть стики такие интересные. Так, ладно, давай попробуем затолкать туда два генератора. Посмотрим. А, черт. Закончился бензик в генераторе. Ну вот. Ладно, давай рубрику «Эксперименты» мы оставим на потом. Например, к следующей серии. А сейчас мы попробуем все-таки выяснить, есть ли что-нибудь интересное у нас еще вот здесь. Короче, сейчас мы тут все хорошенечко обшарим. А ты кто? А ты какого лешего здесь делаешь, а? Куда он смотрит? Зачем наблюдает? Пойдем подойдем к нему. Здорово. Ты что тут делаешь? А? Прикол. С газеткой. С планшетом. О чем у тебя на планшете написано? У меня фонарика жалко нет с собой. Эх, блин. Так, ладно, давай попробуем долететь вон туда, за ворота. Посмотрим, получится ли у нас это сделать. Так, 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 вот мы за ворота. Есть, мы залетели. А, ну, ух ты. И что произошло?